Леонор, расскажи, как прошла сегодняшняя тренировка. Нормально, после игры все еще и есть мочился, больно, ноги, тяжело и ноги, после игры и играй тяжело. Нормально играй. Сборная прошла нормально. Так надо. А какие задачи вам ставит тренер в оставшееся время на сборах? Что вы будете делать? Ну, что мы будем? Что вы будете делать в оставшееся время на сборах? Стараюсь, да, и 100% на тренировку. Он хочет манделов всегда больше. Так на тренировку, на игру, да и наша максимально поле. Расскажи о твоих впечатлениях об игре с Рубином. Что думаешь? Тяжелая игра, который Рубин. Хорошая команда. Первая лига Россия, да? Вот, всегда играй Champions League. Хорошая команда. Мы тоже стараемся играть против Руби Казан. Все, я думаю, все дают свой максимально поле. Стараться играть хорошо. Получили хорошую игру. Как считаешь, почему все-таки не получилось убежать победу? Сыграли в ничью? Вот, первый тайм мы... Первый команда, да? Потом надо поставить еще других футболистов, дать шансы тоже. Играй, показали. Не знаю, что звучило. Это уже они тоже поставили игроков, силы, составы, не знаю. Тоже делали силу команды. Можно бить, поэтому не победили. Но были играть очень хорошо. Во втором тайме на поле у нас вышли молодые игроки. Как оценишь их игру? Нормально. Молодые тоже надо шанс попробовать играть против большой команды. И так надо. Следующая игра будет с Лудогорцем. Что думаешь об этой игре? Я думаю, надо стараться, надо еще силы, надо думать победа. Сейчас надо думать выиграть эту игру. Уже надо выиграть, показал, какой сильный шериф. Лудогорец недавно перешел, наш бывший вратарь Владислав Стояк. Команда его игру, в принципе, знает. Как ты считаешь, легче будет забивать Лудогорец? Нет, Стояк хороший вратарь. Если он играет, будет как и весь вратарь. Это есть хороший вратарь, может играть прочь, есть, который не хороший. Это можно быть момент. Если он будет где хороший, где его, он будет хорошо, но все равно, но надо стараться и играть хорошо, и забивать, когда будет момент. Ты хочешь его забить? Я хочу. Если будет момент, я хочу, конечно. Я не хочу только это играть. Каждый играй, я стараюсь забивать, когда нападаешь играть. В последнее время ты не так часто бьешь поворотом, мы знаем, что у тебя хороший удар. Почему редко бьешь? Сейчас я играю издалеко в ворота, за щеку. У меня сейчас на данный как сейчас моя позиция только защищает. Мы есть момент, иногда я можно бить атака, играть чуть-чуть на подачу, но это мало момент. Не всегда я на подачу. Ну ты знаешь, твой соотечественник в Барселоне, Дани Алвес. Он забивает голы, бьет поворотом. Он забивает голы. Играет тоже защитник. Да, играет тоже защитник. Но я не привык играть защитником постоянно. Я привык играть нападающим, я знаю. А сейчас я стараюсь играть защитником, потому что я защищаю больше, потому что играю всегда тяжело. И то depende момент. Уже на молдавском чуть-чуть. Depende момент. Можно убить поворот. Шериф сейчас идет на первом месте. Уверена ли команда в своих силах, что получится выиграть чемпионат? Уверен, конечно. Мы сейчас заработали поэтому. Мы только думаем, будет чемпион сейчас. Мы делаем тренировку сил. Когда будет чемпионат, мы больше сил, чем был в прошлый раз. Что нужно для этого, чтобы выиграть? Работа. Излишний тренинг, что тренинг хочется на тачку.
Стоун Гоц, дели Стоун Гоц, потому что он знает лучше, чем нас. Он видит, как мы играем. Он знает, где мы защищаем, где мы играем плохо, играем хорошо. Надо злить его и стараться, играй на 1000%. Мы, если мы хотим чемпион, будем удобно. Хорошо, Иванов, спасибо, удачи тебе. Спасибо, удачи.